как сделать кокосовое молочко в домашних условиях. Берем кокос, разрезаем, раздалбливаем его. Берем мякоть кокоса, нарезаем мелко кубиками или на терочке протираем. Смотря как блендер возьмет или нет, какой мощности. Кладем в блендер, добавляем теплой воды или это же кокосовое молоко. С кокосом нагреваем на паровой бане. Выливаем, блендерим где-то секунд 15. Затем процеживаем через ситечко или через марлечку. Получается прямо такое густое кокосовое молоко. Жирное, маслянистое. Вот они все полезные масла в нем. Если оно постоит в холодильнике, то оно расслоится. И вверху всплывет еще и кокосовое масло. Как бонус. Она очень полезна для волос, для лица. Широко применяется в косметологии, как афродизиак. Вот такой вариант, как сделать кокосовое молочко легко дома.